Архимандрит Антонин Капустин известен как начальник русской духовной миссии в Иерусалиме. Личность незаурядная. За годы служения был настоятелем церкви при русском посольстве в Афинах, Константинополе и Иерусалиме. С 1869 года в святых землях Иерусалима архимандрит скупил 13 участков земли стоимостью до 1 000 000 рублей золотом. До смерти Антонина земля не подлежала обмену или продаже. Затем они перешли во владение синода. Если же синод перестанет существовать, то земли эти станут достоянием всех православных русских людей. Семья священнослужителя жила в селе Батурино Шадринского района Курганской области на протяжении многих лет. Архимандрит Антонин – личность, конечно же, не регионального, а мирового значения, потому что его знают во всем мире. Если знают мало у нас, то, без сомнения, скоро узнают везде. Поэтому вот сегодня мы отслужили панихиду все вместе. Сейчас была трапеза. И сейчас, кто не успел храм осмотреть, сейчас уже храм осматривают. В следующем году, 25 августа, исполнится 200 лет со дня рождения архимандрита Антонина Капустина. Подготовкой к этому событию занялся попечительский совет, который возглавил губернатор области Алексей Кокорин. Сегодня в храме в селе Батурино идут ремонтные работы. Уже 10 сентября там пройдет православный фестиваль «Батуринская святыня». В программе молебны на благое дело, осмотр храма, открытие музейной экспозиции, концерт и выступление ансамбля «Песнеры». Этот фестиваль даст старт году архимандрита Капустина. Валерия Печорских, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».